Второй день в Бахарях. Всю ночь пуржило, сегодня тоже пуржит. И сейчас внезапно синее небо, солнце. Дело к заморозкам, как говорят. В общем, было решено сюда приехать, чтобы слить всю воду отовсюду. Из бани воду слить, чтобы баки при отрицательной температуре не порвало. С большого дома, с бака и все такое прочее. Сейчас дорублю дрова, поеду опять в лес фоткать настоящую зимнюю погоду. Такие дела. Квадрик завелся, так что едем на карьер фоткать и в лес. Ништяк. Первый снег на Вишере, всего лишь минус один, минус два, но такой противный ветер на реке и в городе, а здесь в лесу получше. Вот. И за ночь, и за день навалило сантиметров 10 снега, может поменьше. Завелся парень без труда, поскольку, повторюсь, температура в принципе не страшная. Опять выяснилась проблема, которая была прошлым летом. Конструктивная особенность этого транспортного средства в том, что вот это крепление свечи от вибрации мотора выскакивает очень часто. Оно, видимо, расшатывается, что ли, именно система внутри наконечника свечного, и улетает. И поэтому квадрик глохнет в самый неподходящий момент. И сегодня уже было дважды. Но благо я сейчас лужу объезжаю, потому что знаю, что она может отстрелиться. Вот, чтобы в луже не заглохнуть. И доступ очень неудобный, кстати говоря. Либо поворачивать колесо и, собственно, пачкаться, особенно если это будет в грязи или в луже. Либо через вот это вот отверстие. Что тоже очень неудобно. Вот. И еще, кстати, одна такая особенность выяснена была летом, что из-за, опять же, этого расположения неудобного, то есть это правая нижняя четверть мотора, свечу заливает нещадно просто. Уже пробовал я туда и какие-то пакеты вот сюда на соединение рамы крепить, но там очень большая температура, и они в итоге все равно отпадают. Так что не знаю, либо надо какой-то лютый наконечник сделать, чтобы он при любой тряске не отстреливался, либо не знаю что. Но в целом вот так вот, такая красота сегодня. Погулял уже сегодня по городу, пофоткал. Вот он там, Красновишерск. Река Вишера, Рижи видно по реке. Вот, и сейчас приехал в деревню. Времени сейчас где-то часа 3 уже, скоро будет темнеть. В 6 уже темно. Поэтому сейчас
поезжу, пофоткаю, съезжу на карьер. И к 6 часам буду пробовать выезжать обратно. Вот. Такие дела. Еще одна точка нашего короткого турне – это Бахаревский родник. Примечателен он тем, кроме того, что там кристально чистая вода, соответственно, из-за этого он также не замерзает и зимой в самые лютые холода. То есть в минус 40 можно спокойно сюда приходить, набирать воду и ее с удовольствием употреблять. Исток он свой берет метров 50 отсюда из небольшой скалки. Выглядит довольно живописно и впадает через дорогу, уходит туда, в Вишеру. Соответственно, полынья зимой возле него также долго не замерзает. Вот такой вот отличный прекрасный ручеек. Каждому бы в городе такую воду, как есть здесь. Такие дела. Движемся дальше. Едем на карьер. Свечка пока что выпала только уже трижды. Вот. Дело осложняется тем, что здесь довольно большие лужи. И вот такая вот изгвазданная дорога. То есть, если она соскочит в процессе где-то, то придется измараться. А так, конечно, в принципе, вполне чистенько, если едешь по снегу. Но впереди вот такая вот картина. Ладно, едем.
добрался до промежуточной цели нашей маленькой экспедиции, до карьера, который находится чуть выше по реке, чем поселок Набережный, который находится между поселком Бахари, это вот там вот, и деревней Бахари, которая осталась ниже по реке, примерно в 2 километрах, около того, вот там вот ниже. Место довольно живописное, особенно учитывая погодный фактор. Собственно, все здесь довольно живописное, особенно учитывая погодный фактор сегодняшний. Собственно, ради всего этого и задумывалась сегодняшняя поездка. Вот там вот остался поселок Бахари, в него мы не поедем, там дальше дороги нет. Выше по реке, в 4 километрах, находится камень Ветлан по правой стороне, до которого у нас возможности добраться пока что нет. То есть либо это нужно делать по тому берегу, либо по воде. По этой стороне, к сожалению, добраться туда невозможно. Возможно, но это неоправданно долго и затратно, скажем так. Это поселок Набережный, тоже завален снегом. Выглядит вот так вот. Ниже остался город. И режи по центру реки, как всегда, стоят на страже. Вот такая красота. Здесь раньше была пристань. Вот видно ее останки, остатки. В виде вот таких вот бревен, укрепляющих берег. Также здесь раньше было несколько строений. Ну, я так понимаю, что здесь был такой большой вроде ангара. И вот там вот еще было, вот видно фундамент, то ли, не знаю, как называлось, лаборатория, или что, хранилище керна. Собственно, вот с этого карьера. Про него есть небольшая легенда, которая подкреплена, в принципе, фактами. Помню в детстве, когда мы с родителями поднимались туда на лыжах зимой, по лесу, мне говорили, что там есть шахта, в которой до сих пор сохранился невзорванный заряд, которым хотели этот карьер углублять еще дальше, расширять. Но действительно шахта есть. Насчет заряда, конечно, информацию уже не проверить, поскольку это было все очень давно. Но, тем не менее, вот такая есть история. Шахта сохранилась, она, конечно, сейчас уже не 40 метров в глубину, а всего лишь просматривается метров 5. Остальная часть завалена. Завалена. Сейчас у меня небольшой перерыв. Я с собой взял термос с чаем, бутербродики. Перекушу и все-таки, наверное, поменяю. Здесь пока хороший доступ к... Ну, в смысле, чисто, не грязно. Думаю, что стоит поменять, наверное, наконечник свечи. У меня есть еще один запасной. Вероятно, будет получше. Вот такой вот формы, мотоциклетный. Посмотрим, может будет лучше. Но потому что неудобно, когда едешь и вдруг глохнешь. И все из-за этой свечи. Из-за наконечника, который не вовремя отскакивает. Ладно, буду отогреваться. Так, ну что, закончилось наше короткое турне, небольшое путешествие. Вот, какие выводы? Надо чинить свечу, наконечник.
Потому что неудобняк, если едешь вот по такой вот чаче, коих тут огромное количество, и она из-за вибрации двигателя вылетает. Ну, точнее, не свеча, а наконечник соскакивает со свечи. Приходится ковыряться, копошиться, пачкаться. Все вещи собраны, сейчас переправляюсь через реку. И завтра, надеюсь, что мы сюда вернемся и продолжим что-то делать. А может быть и нет, понятия не имею, как пойдет.